Раз в месяц в обособленном структурном подразделении Московского областного центра крови, известном как Щелковская станция, переливание крови проходит суббота донора. Желающих сдать кровь немало. Приезжают на станцию переливания и жители Щелкова, и доноры из соседних городских округов. Большинство со стажем, но есть те, кто решился на это не так давно. Сдаю кровь уже второй раз. Я считаю, что это долг каждого человека прийти и сдать кровь. Для тех, кто решился стать донором, двери структурного подразделения открыты в будние дни и в первую субботу месяца с 8 утра до 13 часов. Важно понимать, что до донации допускаются не все. Важно быть совершеннолетним, не иметь временных и постоянных противопоказаний. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.